слева, здесь альфа. Да. Диаметр. Да. Ну и тогда здесь это просто... Определение это синуса. Это... Пиши. А разделить на 2r равно синус альфа. И пиши сразу по-другому. А разделить на синус альфа равно 2r. Так вот, господа, если вы посмотрите, то так же будет и для стороны b, и для стороны c. Поэтому b разделить на синус бета, c разделить на синус гамма, это будет те же самые 2r. Это и есть теорема синусов.